Кирилл Чеховских – один из тех, кто добровольно отправился в зону СВО. Его позывной – барбер. Он любит стричь и приводил в порядок своих сослуживцев. Для этого у него был специальный набор инструментов. Позаботился о своих товарищах Кирилл и во время операции. Ему пришлось разминировать участок. Отряд не пострадал, а сам он получил тяжелые ранения. За это мужчине присвоена медаль за отвагу. Ни о чем не жалею. Я познакомился с очень хорошими людьми, командирами, боевыми товарищами. У нас теперь военное братство – это целая своя семья. Несмотря на различную борьбу СМИ, различных массовых информаций, пропагандистские движения и так далее, мы делаем правильное дело, победа будет за нами. Государственную награду Кириллу вручили на заседании городской думы. Как отмечает председатель Алексей Дегтев, это огромная честь. Депутаты регулярно оказывают поддержку бойцам и другими способами. Собирают и отправляют гуманитарные грузы и проводят различные патриотические акции. Мы сейчас объединили усилия и буквально вот в октябре в очередной раз отвезли гуманитарную помощь, жизненно необходимую, так сказать, вот то, что ребята просили, уже понижение температуры к зиме. И мы взяли для себя сразу обязательство, так сказать, здесь в ТУ формировать помощь и направлять ее до полной окончательной нашей победы. Одна из последних акций – письмо солдату. Депутаты собрали и отвезли на фронт более 10 тысяч писем от самарских школьников. А теперь получают и обратную связь. Многие смогли найти товарищей по переписке. Поэтому эту акцию продолжат. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.